Qondarma Donetsk və Luqansk Respublikasından işğalçı Rus ordusunun sıralarına çağırılan və Ukrayna ordusuna əsir düşən əsgərlərin saxlandığı düşərgənin görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda əsirlər saxlanma şəraitindən razı qaldıqlarını və onlara lazımi tibbi yardımın göstərildiyini deyir. Döyüşmək istəmədiyini deyən yaralı əsir isə tələbi olduğunu və məcburi şəkildə orduya aparıldığını bildirib. Мы не очень неудачно в плен сдались. Мы в ходе штурма попали. В ходе штурма? Просто когда двери выбили, то бросили совершенно гранату, она мне под ногой взорвалась просто. Ну и вот так и... Это же гранату такого? Может быть. Может. Оказывается, может. Да. А предоставили вам помощь? Ну, ясно, мы предоставили, в общем, да. Наверное, пообщаться придумал. Не, я просто дал в двух словах, чтобы понимать, что... Ну, восстановлению подлежит. Да. Все будет нормально. Да. Хотели воевать? Нет. Ну, уже как-то, мы, наверное, шли, попросили, заберите меня, я хочу уже воевать. Нет? Нет. Понял. Мне вообще институт отправил. Институт отправил? Хороший институт. На кого учились? На воронах. Это незаконное пересечение границы, нарушение суверенитета. 111 – это измена родине. 258 – это статья терроризм. И 260 –